И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Arkham the Life. И, собственно, сегодня что будем делать? Да, думаю, вы по названию уже поняли, что будем делать, а я пока что еще не знаю конкретно, что именно. Но начнем сначала. Во-первых, я промышленную дробилку поставил. О, да, я долго разбирался, если честно, чем она заряжается. Точнее, если честно, сейчас все расскажу. В общем, как видите, поставил сюда провод, подвел, все как бы хорошо. А что, они выключены? Ну фиг с ними. По крайней мере, выглядят, как будто они выключены. В общем, да, все работает хорошо. Провод подвел, все, а все из-за того, что произошел маленький баг, и у меня не отображалось, что здесь. Что здесь не отображалось включить, когда я закинул бензин. И я чутка замучился. Ну как замучился? В общем, секунд 30 я думал, что за фигня. Потом что-то отошел, подошел. Опаньки, включить появился. Вот ты, давай, короче, я все ломать, крушить, и все хорошо, как говорится. Вот, ну понятно, сердца это я просто положил, так говорится, нашел место и положил. Вот, и, собственно, штука-то классная. Очень даже, так сказать, классная. Очень помогает избавиться от всякого хлама. К примеру, вот сейчас еще у меня тут с камнем 7600, да, так вот. Вот, 8600, как бы. По сути, что? Ну да, как бы, мы теряем энное количество ресурсов. Но взять, сейчас вот кто-то, я уже разберу их, потому что они мне нафиг не нужны, а в птерчике они вот лежат, как бы, и мешаются. Вот, здесь есть два подобия рецептов, типа, чтобы мы поняли, что, собственно, это все дело дает. И, собственно, когда мы имеем на модовых серверах, типа как Anunnaki, как Arkham the Life, где у нас дропается очень много всякого шлака, то мы имеем всякого рода ресурсы, такие как, к примеру, вот эти вот седла, да, в каком количестве нам седла-то выпадают, это шоу, или вот эти броньки постоянно нам падают, вот, и как бы есть смысл порой их просто-напросто раздербанивать, к примеру, что, к примеру, возьмем, я не знаю даже. А, ну вот это там у меня по Васеве есть седло. Вот. К примеру, берем, собственно, откуда вот эти вот кристаллы, Power Crystal, закидываем, дербаним, и получаем какие-то определенные ресурсы, я уже даже не понял какие. Ну, как вариант, кожа дерева, вот эти вот кристаллы получил, возможно, еще что-то. Вот, и, собственно, вот так вот потихонечку и помаленечку. Ну, в основном из-за чего я построил, чтобы вернуть мои жемчужины да электронику. Ну, хотя жемчужин я вернул сраного как мало, и все равно проблема имеется. Вот, сегодня что будем делать? Сегодня будем, по крайней мере, у меня есть задумка в том, чтобы попробовать альфа-сердца набивать. Ну, такая гринделка альфа-сердец. Здание у меня уже давно-давно построено, как бы еще, так сказать, на лагающем сервере строил. А сейчас, как бы, есть смысл ее уже поиспользовать немножечко. Если вызывать Savage из Savage Матрицы, то они Или из Нексуса. Из Нексуса, точно, из Нексуса, не Саваж Матриц. Из Нексуса вызывать, то там должны вызываться, то есть появляются, они вызывают суммонов. И каждый суммон дает 2 альфа-сердца. Собственно, сейчас и будем с этим заморачиваться. Заморачиваться? А у меня сердец не хватает. Вот это подстава. Вот это подстава из подстав. Ну хорошо, как бы это не проблема. Альфа-сердец сейчас набьем, как бы я знаю, где их набить. Вот, пока на болоте еще всех не скорнил, так что знаю, где набить. Да, ёпрасоте. Вот это реально подстава. А я не думал, что у меня столько с альфа-сердцами. Такая какая-то жопендель полная. Ну что поделать, бывают в жизни огорчения. А у меня сплошное приключение. Ой, полетело так красиво. Так, ну да, собственно, пока что ничего я не вижу, ну, пока что и так закинем. Требует 40 альфа-сердец, и да, набить их немножко сложновато, как бы Toxic Blood это вообще не проблема. Вот, ну, а Chief Soul мы в прошлой серии набили. О, вот они еще семерочка есть, отлично, хоть что-то есть. Ну, собственно, 22 набили, половина есть, это хорошо. Так что я погнал набивать еще. Ну, а для вас это как щелчок. Ох, очень мало FPS, но я не мог вам это не показать. Вот, собственно, из-за этого говна сервак
и лагает. Я сюда прилетел, у меня, смотрю, просто оператив жрет. Оп, немножечко восстановился. Я не мог это не показать. Ну, собственно, здесь я и буду фармить альфа-сердца. Вот, смотрите, сколько альфа-чей. Да я просто тут стою, блин, мне альфа-сердца накидываются просто так. Ну, конечно же, я в стороне стоять не буду. Убить всех нафиг. И очистить немножечко сервак. Может, хоть как-то полегче будет. В общем, мод очень-очень сильно спавнит спинозавров. Очень сраного сильно спавнит спинозавров. Спина же? Спина. Стега. Спинозавр, да, это спинозавр, а стега это другие, да, точно, спинозавр. Ёпрасте, сколько фачей. Ну, лично я доволен результатом. ФПС-очка, видите, сразу насколько поднялась. Все хорошо и прекрасно. А у меня... 33 альфа-сердца. Ну и здесь еще одна есть. Все просто супер. Вот так вот и легко. Собственно, с одного острова я набил альфа-сердца. Ну, это способ, так сказать, тяжелый. Здесь надо набивать постоянно и так далее. То есть, ну, так сказать, подвергать себя опасности. Че, мне там повышается, что ли, это? Эй, сучи, да, не надо мне тут, а? Wake up! А, ну там конкретно они поударяли. Там просто вот этих вот змей, когда оглушишь, они травят и очень долго оглушение накидывается. Потихонечку. Ну, собственно, спасибо, как говорится, этому дому. На по башке. О, живучий гад. Пойдем, собственно, к другому. Там поинтереснее будет. Яйка, подождите. Яйка, я хочу собрать яйка. Thanks. Цепочком? Тихо. Какой сарка? Инвентарь, блин. Какой? Все, кранты мне. А, мне повезло. Дуракам везет всегда нафиг в натуре. О, господи, как я эту змею не заметил, а? Да ну, в баню эти яйца. Я вечно гонюсь за каким говном, потом дохну. Ну и, собственно, набив нужное количество сердец, собрав нужное количество Toxic Blood и, конечно же, Chief Soul. Кстати, давайте сейчас сразу и проверим, подходят ли Chief Soul Bigfoot и так далее для создания или же нет. То есть, допустим, вот это одно берем, это одно, ну и, собственно, нужное настоящее, так сказать. Так, закидываем. Нет, но по ходу дела нужно именно... Опаньки, сразу все загорается. Именно только такая Chief Soul. Эти я пока что не знаю для чего. Как говорится, потом разберемся. Вот, Адзака писал что-то именно про Додорекса. Да, про Додорекса. Nexus Vets. Bigfoot. Bear. Gorilla. Mammoth. Rhino. Додорекса. Ну ладно, раз писал он про Додорекса, значит и будем делать Додорекса. Так, с лишним Toxic Blood, чтобы не портился, скидываем. Так, ну а эти на места. Немного взял, чтобы, так сказать, проснулись. Ну-ка, что у нас тут? А, все, прошло уже. Вот, бить, понятное дело, буду мишаней. Да, конечно, эти прологи, это, моя, наверное, из-за моей видеокарты, ну и срать, короче, потом будет лучше. Вот, взял хилки, вейкап и ран, что там, а, вейкап, ну, типа, бодрость и оглушение снимать и восстанавливать. Так, где тут у нас куб? Я очень надеюсь, что все попадет, получится, потому что таким темпом я скоро нафиг все изнахрачу, израсходую, так сказать. Всех альфачей на сервере нафиг. Так, ну ладно, еще пару мест есть, так что все пучком. Вот. Так что мне нужно? Кстати. Надев полный сет, у меня все увеличилось в два раза. Но! Смотрите вес. 570. Снимаем рюкзак. Слышь, алё, блин. Так, погоди-ка. 760. Броньку надо было перенадеть. О, прикол. Вот, в общем, смотрите, рюкзак надеваем 560, 860.
То есть эта гадость вообще ни на что не влияет. Если мы надеваем рюкзак сначала. Ага, понятно, как раз таки рюкзак и косячит меня. Все ясно, рюкзачок надо снять. В общем, короче, с этой бронькой этот рюкзак нафиг не нужен. Но я его выкидывать не буду. Ты меня спасал не раз, я тебя чинил не раз. Сиди здесь. Прикольный стульчик. Вот, кстати, сделал шапку я такую. Блин, как-то он лысо выглядит, а так, оп, типа такой, рекс. Вот, покраской пока что не занимался, лень. Вот, ну да и фиг с ним. Так, что дальше? Что дальше? Что дальше? А дальше только одно. Закрыть ворота. Тихо. Вау, и погнали. Построил я, значит ли, вот такую-то базу. Мне от Зака писал, рассказывал о том, что там сделать, как там сделать. Честно, я ничего не понял. Я понял, суть в том, что с альфа-чей и... Ой, с... Точнее, альфа-сердца выпадают с сумонов. И то, что они, так сказать... Нужна маленькая щель, чтобы они не пролазили. Точнее, только они и пролазили. Сделал я вот такую вот кормушку. Ловушку-кормушку, короче. Она идет 6 на 6, я думаю, здесь будет вполне достаточно. Заспавню по центру. Здесь в 2 этажа идет. То есть, говорится, в зависимости от того, какой суман будет. Но суман вроде бы должен быть маленький, поэтому такая вот дверка. Я через эту дверку буду бить их. Единственное, только нужно будет сагрить. Чем сагрить-то я не взял. Надо взять что-нибудь огнестрел какой-нибудь надо взять. Арбалет, хотя бы со стрелами, что ли, блин, на натуре. В общем, как он написал. Строишь ловушку определенного размера. Почему дудошку? Я так понял, потому что, чтобы он там, типа, не летал, все дела. В общем, а может, у него, типа, он послабее и все в таком духе. В общем... писал про Дудо, так что и буду спавнить Дудо. Ну его нафиг, как говорится. Он все равно в этом плане уже протестил что-то как-то где. Так что лучше сильно раз, лишний раз не рисковать. Какие-нибудь стрелы. Ну хотя бы такие, что ли, давай, чё уж тут, блин. Хоть какие-то есть. Такс. И сейчас, собственно, будем все это дело, скройся, блин, тестировать. Так, конечно, ворота эти огромные. И, кстати, надо сверху ДНК-куб поставить. А то у меня откатилось, и ДНК-куб обратно исчез. Надо поставить на место. А может, он там также стоит, просто он невидимый. Потому что почему-то он становится невидимым после перезахода в определенный момент. Надо и фиг с ним, потом разберусь. Пока что он не нужен, так что и фиг с ним. Вот. Ну, конечно, вот это я сделал просто так, а делать нефиг. Для красоты. Вот, ну а подъем в целом, да, я сделал, чтобы, так сказать, был. Я не помню, для чего я делал, если честно, поэтому как бы решил не заморачиваться. Есть и есть, как говорится. Вот, собственно, построил каменные, потому что он писал именно про каменные ворота, вроде бы про каменные, про бегемоты каменные он говорил, поэтому я построил все каменные. Ну, если будет проблема, то сделаю металлические бегемоты, как бы, и все. Опять-таки же, как я уже сказал, буду бить на прайм-мишани, так что не проблема. Ищем центр примерный. Где там центр? Вот так примерно. Вот так вот центр. Вот он центр. Вот он центр. Прямо то. Оп-оп-оп-оп-оп. Да. Центр. Почему центр? Да не знаю. Использовать и валим. Беги. И дверь закрой. Мне страшно. Мишаль, спаси меня. Очкую я. Очкую я. Конечно, жаль, что в игре не предусмотрены, допустим, бутыльки из инвентаря динозавра, чтобы можно было ставить на свою раскладочку, и было все хорошо. Это не предусмотрено. И, конечно, в этом есть определенный косяк. Ну, а что поделать? Так, сейчас я кое-какую программку еще запущу. Вызвался и не застрял. Отлично. А, точнее, вызвался и ничего не сломал. Отлично. Господи. Я чуть не обосрался, чутка. О, кстати! Твою мать, хору! А, пошел в жопу, придурок! Тихо. Дайте я трубу уберу! Мать вашу! Вот про что он говорит. Блин, они здоровые!
Вот. Он и говорил, что они типа за края вываливаются, все дела, и все в таком духе. И честно, не очково. Там у меня этот стоит же. Агриво, агри, конечно, с агриво, ага. Зачем его агрить, они и так дебилы на меня бегут. Ну, суть дела в чем, смотрите. Конечно, очень громко. Очень громко. Очень громко. Конечно, они меня уже все мои перилки попереломали. И еще мои здания, что ли, рушите? Слышь, козел, здания мои не рушь. Альфа-сердца томятся очень хорошо. Очень хорошо. Единственная проблема... Слышь, козел! Я тебя сейчас, ублюдок, голову пооторваю. А шо в жопу от моего птира? Слышь, тварь! Завалил. Отлично. Так, немножечко нужно отойти. Птерчик. Птерчик, это, конечно, птерчик, да. Так. Ёптель-моптель. Вот это, короче, подстава. Конечно, здесь больше дамаг пошел именно от огня и вот от этих укусов от... от праймачей. Но суть в том, что, как видите, Nexus Миньоны, они очень хорошо спавнятся и ломаются. Проблема. Проблема, которую я уже увидел. Как я эту тварь завалю. Как я его завалю. Вот. Собственно, альфа-сердца набиваются очень легко. С каждого бьется по два. И это уже не проблема. Сейчас у меня уже не справляется моя видеокарта. Так что эти пролаги, провисоны, это все нормально. Как бы это от видеокарты. Я вот сейчас смотрю, так что все нормально. Но все равно это не очень. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Потому что на записи тяжело думать, что вообще сделать. И уже там включусь. Фу, господи, повезло-то как. В общем, он успокоился, он перестал слать сумонов. 218 сердец, конечно, это очень много. И очень много, очень много, очень тяжело, очень все сложно, Не, реально, очень было сложно что-либо придумать. Вот, ну, в целом, очень много всякого хламья выбивается, бронь и так далее, но это все фигня. В основном, для чего я его убивал, это именно для сердец. С каждого сумона по два сердца, то есть, собственно, он считается что-то нечто больше, чем альфа. И с него и дроп как бы идет, нечто больше, чем с альфа. И сумочки что-то здесь поисчезали все, они, видать, 2 минуты хранятся. Ну, повезло, что он успокоился, и я смог слезть и солому добыть. Ха-ха-ха, солома. Слышь, тихо-тихо-тихо-тихо, чувак. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, расслабься. Для чего мне солома нужна? Вот этот пистолет, долбанный, сраный, драный пистолет. Мне нужен, понимаете, драный, долбанный пистолет. Зачем? И... Чпенькс? Ой, нет, не чпенькс. Чпенькс, чпенькс. Отлично, да? А теперь я могу его просто валить. Валить его могу, и все тут. Вот, собственно, для этого я его... тихо, тихо, тихо. А ты где? Не понял. А я его потерял. А где он? Да пошли в жопу отсюда. А мне главное, чтобы моего птерчика не завалили нафиг случайно. Случайно жертвы нам на производстве не нужны. Я не понял, а где он? Вот эти все пролаги, это после убийства этих драных Nexus миньонов. Они меня бесят, если честно. А кто он исчез? Слышь, Nexus козел. Бенкс. Отлично. Отлично. Когда он исчез, козлина? Так, я не понял. И я сильно очкую от того, что я не понял. Потому что я не понимаю, где он. Его нигде нету. Завалить я его вроде бы не завалил. Да, а вот все тот же беспонтовый. В воде его тоже нету нигде. А в чем прикол? Куда он исчез? Нигде в невидимости его нету.
Ну давай, поворачивай днище долбанное с поворотом сраного как долго. Здесь нету. Ты ее вызвал, миньонов сразу бы вызвал. Если бы как Индоминус исчезал бы. Это еще та днище. Долбанное. Не понимаю, где он. Но одно я точно понял, что это очень маленькая ловушка, и надо вокруг сделать еще дополнительное ограждение, чтобы они шли только через один вход. То есть еще дополнительный круг делаем с одним выходом, чтобы они бежали только по одному выходу. И это будет круто. Это будет круто. Но где этот козлина? Да уж. Это фигово. Это очень фигово. Ставим на место. Ладно, поищем. Ну, я был бы не я, если бы не утолил бы свое любопытство, я бы даже так сказал. Поэтому делаем еще одну. Я так его не нашел. Куда он тэпнулся, исчез, испарился, сдох на крайняк. Если, кстати, он сдох, напишите в комментариях. Потому что, как вариант, там должно было написано, что он сдох. И что за фигня, вообще не понимаю. Но вы все прекрасно видите. Я конкретно подготовился. Во-первых, заход к нему я сделал именно такой. Конечно, лучше было бы по прямой, но да ладно. Во-вторых, как видите, вокруг сделал ограждение. Я, конечно, рассчитываю на то, что они все будут внутри, но мне кажется, что вот здесь кто-нибудь да заспавнится. Но посмотрим. Наконец, у меня есть еще стеночек немножечко, это все можно изменить. И поставил ворота. Вот. И также, конечно, поставил 4 плазмопушки, которые я рассчитываю, что все-таки буду дамажить. Но аптерчика очень даже далеко убираем. Ну его в баню. Ну да, дамажит. Дамажит, дамажит, хорошо. Так, ну-ка, ездить. Здесь, к сожалению, 3 этажа получилось. Ну, точнее, так и было задумано. 3 этажа. И, к сожалению, рампа, она не ставится выше, как бы, ну, в общем, заморачиваться не хотел. Тем более, с медведей, как бы, легко можно залезть. Все, как видите, они полностью заряжены. Вот эта пушка уже стрельнула только что. Вот она, акула. И все, стоит, как бы, на all target. И я очень рассчитываю на то, что она будет убивать нафиг всех чертям собачьим. Ну, красиво. Я все-таки хочу понять, что да когда где. Ну и как бы альфа сердца лишнего не бывает. Как видите, я могу теперь мишени спокойно зайти вовнутрь. Не придумывая, так сказать, не открывая Америку. Как зайти через стену. И уже как бы все нормально будет. Ну какого фига? Давай-ка мне не бузи тут. Не могу сесть иногда. Такс. Также встаем по центру. Такс. Такс. Центр. Даже. Опаньки, опаньки. Вот так, центр. Ой, микрофон зацепил. Использовать и валим отсюда нафиг. Просто валим отсюда нафиг. Сим-сим, откройся! Ну, посмотрим, что сейчас будет. Птерчика специально отогнал очень далеко. Боюсь, мне это говно тут будет мешать, но ну его в баню, короче, пускай дальше мешает. Я очкую. Такс. Все еще купол. Отлично. Все еще купол стоит. Двери поставил на автооткрытие-закрытие. Точнее, не стал убирать автооткрытие-закрытие, как бы оставил так, как есть. Так, заспавнился, да? Гнида. Ну! И получай, родненький. Ах ты, блин. О, попал. Я его загрел. Ребята, я его загрел. Народ. Неплохо. Так, фотон. Пушка убивает миньонов. Все хорошо, все замечательно. Но автооткрытие-закрытие, это, конечно, еще та лажа. Убивает на ура. Как видите, 168 тысяч вполне предостаточно. Но, сами видите. Вот этот пролаг при убийстве, это, конечно, еще та гадость сраная. Такс.
Да уж. Ну хорошо. Ой, мегалодон там завалили. Ну-ка, убейте его. Вот. А что дает вот такая система убийства? Инвентарь не хламится. Прикиньте, а инвентарь-то и не хламится. А сердца так и набиваются. И что там такое? А, манту завалили. Так, ну хорошо. Сим-сим, откройся. И погнали валить. Мяди, получай. Получай, скотина. Не, автооткрытие-закрытие, конечно, надо убирать нафиг. Пускай она полностью дверь открытая будет всегда, и все пучком будет. Ну и в баню. А, потому что чутка отошел от двери, и все, она сразу закрылась, и это печально. Твою мать, а еще эти пролаги меня просто раздражают. Ей! Больше! Больше миньонов! Еб твою ж налево! Так, хорошо, заходим вовнутрь. Такс. Нексус миньон, окей. А, твою мать! У меня там здоровье у Мишани дерьмовое. Использовать. А он все их вызывает и вызывает. Скотина! Слышь, беспредельщик! Так, миньон, миньон, миньон. Окей. Да, эти пролаги, конечно, да. Но это, как я уже сказал, это пролаг, это прогруз видеочасти, можно так назвать ее. Вы мать, они меня бесят, твари! Они меня просто бесят! А еще вот это говно, то, что я не могу развернуться по-нормальному, это и меня еще сильнее бесит. Они еще толкают постоянно, это еще сильнее раздражает. Они меня просто бесят, твари. Я хочу всех убить. Всех хочу убить. Всех убить. Конечно, здесь можно по кругу расставить еще и все вот эти вот пушечки и так далее. И все якобы будет хорошо. Но опять-таки же, где есть вариант того, что она не останется... Точнее, она не сломается. Так-с. Отлично. Использовать. Мотыли, конечно, нужны. Мотыли просто без вариантов нужны, и без них просто не выжить здесь. Сейчас надо посмотреть, сколько у него здоровья. Такс. А, у них всего 80 тысяч у этого говна. Такс. Чё? Всего 1.5 ляма. А, нет, вот. Hit kill за... 1.5 ляма все. Я, походу, дело тогда завалил просто. Вот это подстава. Ну хорошо, погнали, глянем, что у меня сейчас будет. Да, я его тогда завалил. А что это нам дало? А это нам ни черта не дало. Я даже не вижу ни сумочки, ничего. В натуре. А что с него дропается? Ну да. Ни сумочки, ничего. Эй, алло! Алёша, чё ты там застрял? Куда иди, говорю. Застрял он в стене. О, отлично. Да уж. Хорошо, ладно, потом что-нибудь подумаю с ними, потому что что-то я сейчас не разобрался, что с ними, да как с ними. Где ты там? Алё! Супостат плавающий. Краснорожие, создание. Куда иди? Куда там сиганул? Чё, исчез, что ли? Блин, ну тогда я, видать, его тоже завалил. Ну, блин, бывают в жизни огорчения. Ну ладно. В общем, ловушку самое главное показал. Свои мысли по Нексусу пишите в комментариях. Будем разбираться, как говорится, вместе, а я еще что-нибудь почитаю. Что-то когда где. Ну, ловушка дельная оказалась. Так вот, ворота дебильные оказались. Прям конкретно дебильные, они меня бесят. Все-таки мне вот это... Автоматическое открывание-закрывание всегда бесило, бесит и будет бесить еще этот долбанный кристалл со всяким говном. Ну, опять-таки же, сердец очень много набивается. Сейчас я уже набил сердец на 2 Нексуса. Там у меня в тере еще 200 сейчас сердец. Потому что было 240, 40 я потратил на Нексуса нового. И, как вы видите, все просто замечательно и великолепно. И сердца набить очень даже сильно легко. Только маленькую построечку нужно сделать. Конечно, у меня тут стоит Бегемот Волл мод. И... Поэтому я так с легкостью разгулялся. Но на больших рейтах, допустим, как у меня 10 или 20 дикс, да, вы можете также бегемот ворота поставить, и все будет просто замечательно. Точно такую же ловушку сделать.
чтобы они далеко не разбегались. Ну, а дальше, если у вас есть пушечки, то с пушечками вообще все легко и просто. Стоите себе спокойно, встали так, чтобы он под удар подбегали. И все. Можно даже поставить какую-нибудь типа стеночку, как маленький домик, чтобы вы туда-сюда не отлетали. А они спокойно к вам подбегали, а пушки их убивали. И вот так в АФК-режиме можно набивать сердца. Как говорится, если такая идея будет интересна, напишите в комментариях, я вам покажу, так сказать, мимолетом о том, как эта система работает. Вот. Ну, а на этом все. Вот такую, я не знаю, гринделка, не гринделка, но фарм альфа-сердец вам обеспечен в просто огромнейшем количестве. А самое главное, затрат не сильно много. Одно чиф сердце и одно чиф душа. И все, у вас просто неограниченное количество альфа-сердец, пока вы не устанете. Все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, делиться там своими моими видео, своими друзьями, чтобы им тоже было интересно, на что посмотреть. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Все как всегда. Пока.